Всем большой-большой привет! Я нахожусь в теплице Орхарай, и сегодня я приехала посмотреть на шикарнейшие ванды, которые приехали. Если честно, я в шоке, потому что их тут, я не знаю, тысячи ванд шикарные. Посмотрите, какие у них корни. В общем, сейчас сам Радж покажет нам каждую из орхидей, ну, в смысле, каждый сорт. Вот, и мы с вами посмотрим на качество этих растений. Сколько смогу, я для вас все поснимаю. Ванды просто огромные, посмотрите, они чуть ли не в человеческий рост, если вместе с корнями. Вообще, смотрите, это шикарно. Объясню сразу, будем показывать по одной, доставать, потому что... Ну да, там лес, здесь, да, их просто, смотрите, полные стеллажи ванд, класс. Вот, это ванда под номером 6200-6200. Везде они будут, и на сайте, и в Одноклассниках, и в группу выставлены. Ванды уже цвели. Да, там уже есть наклеечка. Да, нет, наклеечка, да. А, наклеечка, да, да, фотография есть. Вот такая. Ой, какая красивая, яркая, прям оранжевая, с крапинками. Смотрите, какой размер. Даже какую коробку надо. Да, сейчас я чуть дальше отойду, ты не помещаешься. Во, вообще, шикарно. Полтораметровые ванды с корнями. Супер, посмотрите, какие корни. Все жирненькие, все живые. Вообще, я в восторге. Классные. Не только корни жирненькие, но и я тоже. Ну ты ж не продаешься. Нет. Кому нужен махровый жирный ковер? Нет, ты подожди, сейчас рекламу-то не делай, а то вдруг кто-то и захочет. Меня называют ковер. Мы когда на море поехали, мальчик снял, он говорит, боже мой, что это? Я говорю, это мужское начало. Он говорит, нет, это корно. Так, сейчас дальше идем. В общем... Потому что мы просто засняли, чтобы люди понимали, да, как это происходит. Ну да, тут просто... Тут еще и аккуратно надо, чтобы корни... Ну, конечно. Не, ну вот такая... О, там куча-куча ванд. Так, конкретно поэтому... Ну, точно, как в джунглях. Сейчас надо найти такую, чтобы не повалилось. Ага. Класс. Радж вылазит из джунглей. Так, ух вот ты, там сорт. Еще и с детками. Да, конкретно вот этот сорт. Здесь видишь? Там будет еще много таких сортов. Раз, два. Ну, три, да? Третья, да, лезет. Это сорт 6201. 6201. Фокусируем. Здесь, ой, красивая. Смотрите, белые лепесточки. И внизу они желтые. Вот и название сразу. Классное. Ну, давайте сразу предупрежу, что мои работники, ну то есть не смогут выбирать где-то. Основная масса, гримаса именно этого сорта с детками. Где-то будет. Ну, может быть, дома дадут, если кому это как, уже. Это уже будет лотерея, ну, да. Кому как повезет. Ну и в любом случае, если у них есть такая предрасположенность, они и дома могут выпускать, да, даже если попадется. За вандами сразу, ну прости, что на твоем канале говорю, но я думаю, что ты меня поддерживаешь, да? Самый лучший вариант — это Наталья Жуйкина. Да. То есть вот у нее безумно шикарнейший опыт, сам лично у нее был, вот. Но у меня с вандами, к сожалению, не получается, поэтому зайдите на ее канал, там есть очень много... А что, что на ее канал? На моем канале недавно был прямой эфир, где сама Наталья Жуйкова рассказывала, как ухаживать за вандами, как их пересаживать, она показывала нам свою оранжерею, поэтому смотрите и учитесь ухаживать за вандами, вообще шикарно. Я пошел. Давай. Пока Радж там вон в джунглях из ванд достает следующий сорт, я вам покажу, сколько заказов. Посмотрите, на просушке стоят коробочки, и много-много вот орхидеек просушиваются. Ну и, собственно, вот такая целая прям гора из посылок. Так что скоро все ваши орхидейки отправятся к вам домой на ваши подоконнички, стеллажи и будут радовать вас. Также сопутствующий товар, их много, и ванды, горы-горы ванд. Посмотрите, это же нереальное количество ванд. И у всех посмотрите, какие корни. Я не ожидала.
честно скажу, я не ожидала, что будет такое количество ванн. Радж уже все, стремянку. Я реально ее не могу. Да помаши ручкой. Я думаю, сегодня видео затянется надолго, если каждую так доставать. Наверное, в промежутках, пока Радж достает ванды, я вам еще покажу, какие остались орхидейки. Сейчас проходит распродажа, да, она будет весь август. И вот есть еще сорта 41-22. Вот такая красивая орхидейка. Здесь ее осталось совсем чуть-чуть. Кстати, орхидеи, да, уходят как горячие пирожки. Если вы сомневались... Если вы сомневались, заказывать или нет, скорее, потому что самые красивые, конечно, разбирают очень-очень быстро. Вот, к примеру, такой трилипсик 41-25. Они все идут с 20% скидкой. Ну и наконец-то Радж достал орхидею. Давай встану подальше. Ой, сколько корней. 62,02. 62. Она, видишь, у нее корни не сколько вниз идут, сколько разветвляются. Да. 62,02. Ух ты, какая прям такая леопардовая. Растущие листочки, ну, да, корни. Да. Ну это, наверное, там сортовая особенность, если ну, большая, наверное, масса, да, да, она с детками. Я буду показывать, там вообще челюсть отпадет. А ты сможешь пройти сюда? Потому что так сейчас и наши съемки займут часов. Да, вот я тоже так думаю. Может быть, я аккуратненько пролезу и немножечко даже и поснимаю все вот так вот, вот так вот. Оп, 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 тут уже прям со стремянкой. Тут смотрите, какие съемки. Все, лайк однозначно. Лазим в джунглях из корней. Так, что это у нас? Вот сорт 6203. Так, 60... 6202, да? Да, 6203. Вон там, получается, есть от нее этикеточка. Вот так вот выглядят корни. Сейчас. Чуть-чуть отойду, чтобы снять листики. Вот так вот это все выглядит. Ой-ой. Ой-ой. Аккуратно, аккуратно. Радж на стремянке, коронный номер. Как в цирке. Вот. Я не знаю, здесь есть, да, картинка. Да, давайте картиночку посмотрим. 6203. Тоже вот прям оранжевая, такая яркая-яркая. Кстати, некоторые из ванд пахнут. Сразу поясняю, какие-то механические повреждения будут, поскольку ванды большие. Ну да, и растут они много лет. Видишь, начинают желтить лист. То есть это не какое-то заболевание. Ну да, они просто большие, перевозить просто их сложно. Они побились и... В любом случае, два отправки, эти листы, они отпадут. Так, давай дальше. Какой там следующий номер? Решили по номерам, чтобы не запутаться. Да. 62, там что, 04. Да что ты скажешь? Ты видишь, вот оно не достается, угу. И все. Надо. Давай я, наверное, просто покажу бирочку. Вот я ее прям вижу. О, достал, а, все. Вот, получилось. Тоже, чтобы размер было видно. Ой, какие корни шикарные. 6204. Вау, какой, ну, это будет цвет. Ходовой сорт. У нас люди любят сиреневое, да, фиолетовое, синее. Цвет с крапинками вообще. Такие, кстати, часто привозят в магазине, но они в магазине стоят по 8000 рублей. Кстати, раньше, в какую цену эта красота с вот такими нереальными корнями, прям борода из корней. Делает, да? Вот чтобы вы знали. Да. Вот прям в открытую говорю, я тебя сейчас вломлю прям на твоих же подписчиков. Ну, делает хорошее, конечно, непосредственно для вас, но Давтян меня уже долбит неделю по поводу стоимости ванд. Она говорит о том, что в действительности это везде очень дорого. Очень дорого, да. Провоцирует меня, потому что увидела вот видео по распродаже, да, и приезжала, тоже снимала, за что отдельное спасибо. Короче, она просит сделать скидку по... По промокоду Давтян будет скидка. Ну, какую ты нам дашь скидку? Давай ванды. Максимальную. Максимальную, Радж, давай, все кричат за экраном. Максимальную скидку на ванды. В каждом доме у Орхамана должна быть такая красота. Ну, хотя вообще, бы одна. Деле, да, Ира права. Они попробовали вообще с ними. Цена ванн 2500. 2500? 2500. Ты шутишь? Это недорогая стоимость, когда они по 8000. Да, они везде в магазине 6-8 тысяч рублей. Я думаю, кто ладно, ходит по магазинам. Тобой,
кто сделает заказ на Ванду и напишет слово «Давтян» промокод, да, так же это делается? Да, промокод «Давтян». Хорошо, 20% скидка на Ванду будет. Отлично, ура! 2000 за такие Ванды. Вот такие механические повреждения, они будут, ребята. То есть, как бы Ванды громадные, в коробках приезжали побитые, сделать вот дополнительную скидку за них мы не сможем. То есть, и так, 20% оптовая скидка. Ура, ну за такие Матура Ванды, 2000 за такие Ванды, ну это вообще шикарно. Оценят сейчас, конечно, только вот, наверное, кто пробовал, кто знает, что такое Ванда, кто видел в магазине их стоимость, сейчас оценят, да, вот эту вот громаднейшую скидку, они и так по 2,5, а Радж нам уступил, и они будут по 2, это просто это сказка. Идем дальше, потому что сейчас мы класс. Я, наверное, от всех зрителей скажу спасибо, Радж, за такую большую скидку на Ванды. Давтянки говорит, спасибо неделю. Провоцировала. Так, это у нас 62.05. Ой, красота. Это вот как раз таки из разряда синих Ванд. Да, супер. Ну все, за 2000 такую шикарную Ванду, да это ж вообще. Так, точно надо номера брать. Да, 62.05. Следующая должна быть 62.06, да. Ой, а тут какая улыбается нам орхидейка. Что, ее еще не забрали с прошлого-то видео? Кого? Вот так, это, я ее уже снимала. Ты мне уже сапфир сняла. Да нет, их много, их много. Вот, смотрите, их целая еще вот палеточка. Они же тоже с 20% скидкой. Номер 5131. Вот в промежутках я еще вам буду снимать фаленопсисы. Красота. Вот ты да вот где-нибудь найдешь, а потом мы их не находим. Да вон стоит, цветет, их много. 62.06. Вот, тоже смотрите, какие корни. Это вот что-то, ну вот видите, тоже от сорта. Леопардово-оранжевого. Да, но от сорта тоже получается зависит, что вот у этой стволик потоньше, у какой-то потолще. Это тоже сортовые особенности, чтобы не было такого. Показывали жирную Ванду, а прислали, например, там чуть-чуть похудее, чем на видео. Ну, так, 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 так. Оп. 0,7 лошади. Да. Как мне эту лошадь достать? Вот крайне, наверное, достанется. Нет? Вот это? Вот это сверху, нет? Чтобы понимали, да? Вот сейчас пальцем оттираю. Оттирается. Это как к вам придет ватным этим, и да, все. То есть из-за того, что... Можно на всякий случай даже с Амигопик протереть листочки аккуратно, и все. Это противогнильный всякий препарат. Для профилактики можно протереть листочки, да, да, будет красиво и обезопасить от всяких болячек. Так, 0,7. Да, 62, прям 07, красный такой, 62. Оранжевый. Да, он прям с краснинкой такой красивый, с кратинками. Класс. Но они уже все взрослые, готовы к цветению. Честно говоря, когда мы делали заказ, мы фермеру сразу сказали: положи нам, пожалуйста, сорт, который, ну вот, крупный прям. То есть мы не выбирали по картинкам. В прошлом году по картинкам выбирали, какие-то мелепездышки пришли, а какие-то крупные. Поэтому сказали, нам нужен самый крупный размер. Так, 62.08. О, смотри, что нашел. Ой, цветонос, класс. Они сейчас через 2 недели начнут у нас цвести. Но имейте в виду, с вандами, ванды это не фаленопсис. Если мы даже и отправим с цветоносом, мы ничего не обещаем, потому что... Ну да, может отсушить, да. Вот это вот... Красота. Кстати, это газета. Газета, они, ага, присылали его в этом, скажи мне. Да, все вот это газета, не подумайте, да, что это какие-то букашки. Могу под макросъемкой снять, как это, была я в Оби вчера. И там кишит всем мучнистым червецом, трипсами. А это не только у Оби. И я прям под макросъемкой наснимала, люди там вообще в шоке. К сожалению, к великому. Дело в том, что там же в основном везутся цветущие. Вот все, кто занимается, я знаю, мне очень жалко ребят, потому что они сталкиваются с этим. Там прям с трипсом какая-то серьезная проблема, да? Угу. И ребята борются с этим совсем. То есть, как бы, блин. Стараются. Слава богу, меня цветущими не занимаюсь. Да. Просто это здесь от поставщика зависит, ребята. И продавцы, которые сюда это возят, вот я сейчас стану на их защиту, не потому что я продавец, а потому что, блин, ребят, жалко. Во-первых, они возят это через 30-е страны, чтобы привезти, и в итоге, чтобы увидеть такое. Ладно. 62.09. Ага, картиночку нам показывай. Оп, 62.09. Тоже такой леопардовенький, красивый. Ну, это что-то больше, я не знаю, что это за цвет. Даже не знаю, он как-то по краю, получается, будет более такой фиолетовый, а к серединке, видишь, он желтенький, и с крапинками. Вообще интересный тоже сорт, тоже шикарные корни и листочки. Сразу, смотрите, остался еще горячий поцелуй.
Нет, не остался? Ну, цветет. Нету горячего поцелуя? Ой, нету, блин. Жадина. Я не жадина. Вылазим чуть-чуть. Это у нас 62-10. А вот тут как раз, когда ты говоришь об особенностях, смотри, да, более редкий да. Но она, да, и цветоносный. Сразу достал с цветоносом. Ну, это шоколад. Ой, какая красивая. Ой, боже мой. По-моему, она должна пахнуть, потому что мы как раз в прямом эфире, когда были с Натальей Жуйковой, она показывала похожую орхидею, и она сказала, что у нее очень классный аромат. И номер. Интересно, да, это она или нет? 62-10. Вот за 2000, представляете, вот по промокоду Давтян. Такая красота вообще. Вот я вот сразу говорю, будете обращаться к моим работникам и говорить, а почему скидку не применяете? Они ее не применят до тех пор, пока вы не напишете слово Давтян. Да? Да, все правильно, да. При заказе Давтян 62-10. Пойдем дальше в твои джунгли из ванд. Вот видишь, побились листы. Угу. Это будет, вот, из-за того, что они были поврежденные. Так, 62-11. Аккуратно, аккуратно. Корни не вот сломать. Пропьешь. Да, вот смотрите, какая красивая. Сразу классно, что есть картиночка, название. Ну, все в стиле Орхарай. Всегда наклеечки, номер 62-11, стараемся по очереди все снимать, да, чтобы не запутаться. Менеджерам, заказы менеджерам просто на WhatsApp закидывайте, да, ну, не можно... нужно делать, просто номер телефона, говорю, номер растения через запятую. Угу. Ну да, так удобнее принимать так заказ. Удобно, да, и вам. Ой, будет... это чьи-то на просушке стоят красотки, да? Да, ой, да, цветущие вообще. Гляньте, какая красота, чей-то заказик просыпает. Это метушки, ароматная метушка. О, класс, вообще бомба. Заказик чей-то сняла. Так, идем дальше, какой что там след? Манера у тебя, мы же ванды будем. Ну, тут красоту, я не могла мимо пройти, очень красиво. Так, ага. Так, 62-12. 62-12. Видишь, да. Они, допустим, прислали, на какой-то есть наклейка, а на какой-то нет. Не, есть, вон она, сзади. Есть. 62-12. Да, тоже интересный такой цвет. Она вроде бы оранжевая, но с бордовыми крапинками, и так получается, что очень даже такая необычная, красивая название, вот. И 62-12. Записывайте номера на листочке, потом менеджеру в WhatsApp пишите, и пишите Давтян, и будут панды по 2000 рублей, ху-ху-ху. Ладно, так уж и быть, это будет немного некрасиво по отношению к людям, которые делают заказ на сайте. На сайте мы тоже тогда, на сайте мы сразу применим к этим растениям промокод. Да. Ну ладно, гляньте, сегодня это прям щедрый какой у нас. Конечно, а ну повернись, ну вот повернись за сними. Подожди. Сама тут стоит, меня терроризирует. Мужа сзади поставила с детьми. Так, блин, ну это мне нравится больше всего, но я не знаю, потому что я, наверное, помешан на желтом цвете. Да, мы заметили, у тебя в теплице полно орхидей, да, желтых с бордовыми крапинками. Я говорю, когда мы, вон, видишь, листики. Все, ну это тоже, да, адаптационный, может, еще тоже стресс все-таки получили, они да. Если при 50 градусах, 40-50, там все равно в Таиланде жарко, и тут их везут уже... При 20 градусах. Конечно, да. Перепад есть, благодаря... Там яркая, желтая. Ужас этого перепада заключается в том, что какая-то ботва отпадает, но плюс этого перепада заключается вот в цветоносах. Да, они могут потом все выпустить. 62-13. Да, 62-13. Очень красиво. Рад, что у тебя дома есть ванды? Или я тебе здесь хватает? Подружился. Нет? А у меня растет, хорошо я растет. Я бедный Жуйковый, весь мозг съел по поводу ухода и всего этого. Ну вот все. Хорошо, я тебе больше скажу. Я не дружу с дикими котами, я не дружу с Леодора, я не дружу с Вандой. То есть самые легкие сорта, да, ну, по да. сути? Как нет. можно с котом не подружиться? У меня один у меня есть, но я пока молчу. Это дикий кот Бабочка. Ух ты. Да, он у меня есть, но вроде пока живет. Хоть какой-то. Так, ну давай вот так вот буду, да? Да, ну вот давай, смотри, да, что вот так. Из-за перепада получилось. Ну тут корни. Да, тут длиннее всех, по-моему, корни, да? Прям да. метровые корни. Это 62-14. 62-14. Только вверх тормашками вот нам показываешь. Фиолетовый. Видно, не видно? Фиолетовый видно, но номер
вверх тормашками. Вдруг кто-то будет смотреть без звука. 62-14. Мало ли, вдруг у кого-то не работает. Ну да, лучше без звука. Бо мой эротический голос до хорошего не доведет. Вот мне вот это нравится. И этот сорт, я его помню с прошлого года, он обильно цветущий. Он прям розовенький, да, такой красивый. Он сверху розовый, а снизу, снизу он прям темный такой. Да, красота. Номер 6215, да? Да, 6215. Угу. Ой, тут какие красотки стоят с цветоносами, посмотрите. Это тоже... Тоже прикол, смотри. Так, так, так. А я снимала ее в прошлый раз. А что она до сих пор здесь стоит, я не могу понять. Их что, не раскупили такие красивые? Да их много, они же зацветаются. Вот какая красота. Смотрите. Они здесь еще есть, с цветоносиками, вот, смотрите. Значит, и дома они с легкостью будут выпускать свои цветоносы, цвести. Так, какой это у нас номер-то? Это 4156. Вот, снимаем сегодня только ванды, да, еще конечно. Посмотрите, какая красота. 4150, тоже такие хорошенькие вообще. Ну, это будет видно, да, потому что я не могу... Да. Вот я поясню, почему. Они переплетаются, и я не могу вытащить. Mm-hmm. Но они прям гигантские вообще. Ну, это да. Но это синяя ванда. Синяя ванда под номером 62. Ламей. 16, да, должна быть, по-моему? Да, 62-16. 62-16. Прям большие. Нет, большие Егор. Сейчас будут. Да, не, ну сама, смотрите. Вот так сниму. Видно? Наверное, видно. Не очень удобно. Вот еще, смотрите, все с цветоносиками. Я сейчас буду бояться идти тут сломать. 41, 48, почти все с цветоносами. Так, оп-оп-оп-оп, пролезть бы сюда чуть-чуть. 62-17, угу. Крупная ванда, прям очень да, крупная. Да, большая. Я не могу прям даже чуть отойти. Тут там с одной стороны ванды, там цветоносы. Вот. Темно-синий такой цвет. Да, прям насыщенный такой. Немножко засвечивает как-то. Плохо видно. В общем, красота. Вот такие листочки необычные. Класс. 62-17. И как же вот выбрать из этого многообразия себе ванду? Ты мне скажи. Есть секрет? Покажу. Так, здесь на... Это какой был? 17? 17, да. Вот на этом сорте, смотрите, здесь не идут наклейки. Свои мы тоже не сможем сделать. Объясню, почему. Ну, потому что на один сорт сделать наклейки, это очень дорого выйдет. Угу. Да, все особенность везде. Этого сорта заключается, это 62-18. Угу. Это что-то такое, то ли фиолетовое, то ли синее. На сайте посмотрите, угу. По воде будет, Фаграмс. На сайте будет фотография, Blitz, так что... Хердкор, да, угу. Поняли, номер да, уровень 60... моего английского высокого. 62-18. 62-18. Да, на сайте фотографии можете посмотреть. Шикарная ванда, да? Да, их там две, да? Обаджа. Да, две и ванды. Скидку выпрашиваю. Две ванды за 2000, это же вообще дорого. Да, тут есть какая-то, я ее видел. И причем, вот тоже смотри, смотрите, здесь каждая да. Вторая такая. Да, смотри. О, гляньте, вообще и тут, они почти все такие. Так, запоминайте номер 6218. Они почти все по две штучки. Там класс. Даже, по-моему, рыться сейчас не буду, но есть какая-то, в которой три штуки. О, и это три штуки будет за 2000? Благодаря тебе. Класс. Так, так дальше. 62-18. 18, да. Куда дальше нам? Вот, смотрите, сколько орхидей. Собственно. Вот тут тоже, смотрите. Да здесь поливаться они будут, да? Поддончик стоит. Это для стоят. Этих растений поливка. 62-19. У нее листья такие вот прям, они прям плотные-плотные идут и широкенькие. Сразу видно, что сорт какой-то необычный будет, красивый. Смотрите, немного чем-то дикого кота напоминает нашу любимую орхидейку фаленопсис. Тоже такой вот с крапинками. Вот, 62-19. Ну я же тоже говорю, это две штучки. Кому повезет. Да. Ну повезет вообще однозначно, если ну, вот так вот две. Повезет многим, потому что вот если мы вот так вот посмотрим. Ну ты знаешь, уже да, повезло, да. Что если скидка такая, то уже повезло, правда. Кто хотел ванду, кто задумывался брать, не брать, это сейчас прям, я считаю, шикарный вариант попробовать я поухаживать понимаю, что 2000 это немало, за вандой. Но это и немного. Для ванды, для того, честно, это немного. Да. Для ванды это немного, потому что мы знаем прекрасно, сколько стоят ванды, даже можно там посмотреть обзор. Когда я снимаю в простых сетевых магазинах, и они стоят по 8000. Так, а тут как пролазить-то, господи? А вот так вот. Ага. Давай, худенький рач, пролазь, я не полезу, чтобы ничего не сломать.
здесь, мы дальше пойдем. Да? Ну тогда надо сумку отдать. Сейчас, 3 секунды. Лезу. Аккуратненько, аккуратненько. Лезу. Так. Какой-то оно? 62-20. Ага, 62-20. Тоже я специально вот так вот хочу сдалека снять, какой размер у нее. И все равно не помещается даже сдалека. Короче, она почти... Ну, наверное, будет, да, 150 сантиметров нет, у нее? Нет, ну, 150 прям... нет, вообще где-то ну, сантиметров ну, смотри... 50 в Англии считаются, от седова по седову, корни их не ну я и вот с корнями. От 30 до 50 сантиметров сама ну, и плюс ванна, корни плюс еще бывают длиннее, ну да. И посылки, сразу говорю, они будут объемные, потому что, ну, размер цветка. Угу. Вот такая красота. 62-20. Прям яркая будет такая, насыщенная. Так, ползем дальше, аккуратненько, чтобы ничего не сломать. Так. 21-й век, вот они. Да. У них вот листики отличаются, такие более тоненькие, такая более она изящная орхидейка. Вот здесь тоже будет лотерейка. Кому-то достанется с одним цветком, кому-то с двумя. Ну здесь да, она... Так, это... Салата блю, это голубая орхидея, что ни на есть голубая. 62-21. Угу. Голубая орхидея за 2000. Еще и вот может быть такое, что попадется две. Вообще ну, класс. Да. Но на нашем сайте все картинки есть. Да, на сайте можно будет посмотреть да, картиночки. Я везде выставлю. Так, извиняюсь, конечно, за такую съемку, но здесь по-другому никак не пролезешь. Походу, самая сложная съемка, да? Да, жарко, пройти невозможно. Везде так, корни, ну, страшно сломать. Залезть. Ну, давай. Через корни, через эти все дебри. Опа. Здесь, а, вот она. Ага, да. Вот. Да, это 62, какой там номер? 62. Капиолея. 62-22. Синяя орхидея, ну, вот так ее можно заснять. Угу, ну, вот тоже этикеточка. Вот какого цвета, очень красиво. Прям такая сине-голубая, с отливом фиолетовым. Так, следующая, 62-23. Угу. Такая тоже в крапинку, да. Более оранжевая. Прям леопардовенькая угу. Такая. Так, здесь прям пучок из корней. Нагнемся, пройдем. 24-я, более фиолетовые. Угу. Blue Magic даже. 62-24. Вот они. Да, не будем уже доставать, чтобы ничего не сломать. Поснимаем так, в общей массе. Так, это у нас какой номер? 62-25. Да, это уже другая. 62-25. Ой, какой красивый цвет. Прям она как баклажановая такая. Вау. Очень красивая. Вообще бомбовская. Идем дальше. Тут вовсю кипит работа, смотрите, девочки, пчелки просто трудятся. Да, 25-й был. Здесь попроще будет. 62-26 тоже вот название. Блю. Ну, если блю видите, это синенькая. 62-26. Угу. Ну, вот. Да, вот такие они большие. Смотрите, какие корни. Нет, все ванды большие, честно. Пришли прям вот гигантские. Два. То есть, ну, как бы видно, что все ванды угу. Большие. Это... Мы этот вроде уже показали. Для Библю, да, 26-й, да. Это голубенькая большая. Идем на 27-ю. Это вообще огромная. И корни. Вы это на сайте посмотрите, 62-27, как она цветет, тоже огромные, большие. Вот 28-я, 62-28. Тут с картинкой. Да, тут уже с картинкой идет. Вот такое интересное название. И 62-28. 29-я. Еще каждый листик разный. Да, да, разные. Интересно очень. Ой, это какая красивая. И цветочек уже такой необычный все-таки, да, вот? Такой интересный, посмотрите. Верхние лепестки поменьше, а нижние побольше. Очень красиво. 62-29. 62-30. Да, красота.
Здесь уже листики поменьше. Учитывайте это, да? Вот мы специально показываем, чтобы вы... Да, это особенность сорта. Мы специально показываем, что все сорта, они идут разные. Поуже листики, пошире листики. Видите, сама более компактная, да, получается, розетка. Назад. Так, 62-31. Мне кажется, вот это будет вот прям бумом продаж, шоколадка. Да, очень красивая. Она такая шоколадная, но еще с каким-то фиолетовым отливом. Да, детками. Да, еще с деточкой. Это бонус. Ой, упадет, Радж. А? Упадет. Во. Они же там цепляются за эти. Ага. Девочки, видишь, устанавливали, то есть она не падает. Вот, желтенькая, красивая, смотрите, какая яркая. Такая пчелочка. 62-32. Корни. Да, здесь попроще показывать все-таки. Здесь мы как-то побыстрее. Вот тоже очень жирненькая, хорошая. 62-33. Вот такая вот на картинке. Оранжево-красный. Достаточно редкие сорта, которые как бы, ну, в магазине точно не купишь. Интересно. В магазинах там стандартно фиолетовенькая, леопардовенькая пару раз я видела, но тоже по 6-8 тысяч рублей. А здесь вообще класс. Ого, 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 подожди, стану подальше. Ого. Класс. И цвет какой необычный. Такой сверху оранжевый, снизу прям такие коричневенькие. Номер 62-34. Супер, прям гигантская такая орхидея. Ванда, прям королевные такие здесь. Корни, корни, корни. Вот это тоже будут прям хорошо брать. Да, 62-35. 62-35. Давай картиночку. В другую сторону. Ой, какая нежненькая, розовая, прям такое. Ой, красота. Еще писали бы, какие ароматные, какие нет, было бы вообще шикарно. Ну, они, видишь, не дают информации. Ну да, это уже узнаем дома, когда так зацветут. И профар тоже. У него номенклатуры ПФ там 51-51, да, допустим. Угу. Просто номерация. Я тебе больше скажу. Ну вот ты сегодня присутствовала при переговорах с теплицей в Тайване, да? Где я им говорю, мне нужен дикий кот, найдите мне его. Они что сказали? Точно дикий кот? У них запрещено называть его диким котом, потому что выкуплены авторские. Теперь просто по номерам, да, они идут? Так. Вау, вот это вообще мне очень понравилось. Такая необычная, с крапинками, очень красивая. Какой у нее номер? 62-36. Да, 62-36. Мы идем по порядку, поэтому... Ой, какие корни. Так, теперь мы идем вниз, да? Сейчас будем смотреть. Нет, это 41. Это 41, тогда назад. Да. Так, да, вот. Да. Вот. 62, там 37. Вот такая вот красотка, готовая к цветению уже ванда. Вот картиночка. С нее по названию. Качество. Шикарная. Ой, какая темная. Вау. Посмотрите, какая прелестная вообще. 62-38. Это прям я влюбилась. Классная. Очень красивая. Так, дальше. Так, 62-39. Тоже лепестки нижние, прям почти красные, верхние такие оранжевые с крапинками. Тоже вот размер. У нее, она более компактная такая. Да, это же от сорта зависит, как и фаленопсис. Какие-то лопухастые, какие-то не лопухастые. Это уже 62-40. А это без картинки, но картинку можно будет на сайте. 62-40, на сайте посмотрите картиночку. Black Jack. Это что-то черное. Да, черное, да, что-то будет нереально красивое. Ой, вот это размер. Ой, с деточкой. Малышка, деточка растет. Redland. Но это 62. Ну, 41, по идее, должно быть. Да, 62-41. Угу, 62-41. Redland это красный, точно помню. 41-42, по идее.
Давайте посмотрим. Нет, это 44. Где-то 41. Вау, какие у него листья. Знаешь, мне напомнила Эрен Добкин по листве. Да, знаешь, да, такие закрученные немножко. Интересная такая. Корни какие длинные, посмотрите. Корни длиннее, чем сама розеточка. Название я не прочитаю. Угу, давайте, для зрителей, кто умеет читать по-английски. 62-42. Вот такая необычная, интересная ванда. Так, и теперь оттуда получается. Так, 43-я Chili Red. 62-43. Вот. Не, ну все ванды отличные. Все прям такие шикарные, большие. Это 44-й. Да. Прям шикарно. Взрослые, красивые ванды. Так, а здесь вот уже, смотрите, они даже по листикам здесь необычные. Да. Бангкок Бьюти. Видимо, сорт не такой корневистый, да, но... Сорт сразу видно, что другой. 62-45. Что-то должно быть, мне кажется, максимально необычное. Видите, какие листочки интересные. И все корни, они вот получаются вот в этой корзинке закрученные. Так. Самое главное, ван к нам приехало каждого сорта всего лишь по 20 штук. О, так что спешите, еще и по такой этих цене. Сортов, вот эти два сорта, всего лишь по 5 штук приехало. Значит, это что-то вообще супер необычное, да? Сорвал. Вау, она прям неоново-розовая. Вау, какая классная. 62-46. Привязываю обратно, она еще с деткой. И большинство, смотрите, здесь две прям вместе. Здесь она с деточкой. И почти все они такие с детишками. Очень интересно. И листики, видите, они такие более узенькие, прям много-много-много. Ну, это без наклейки. Да. Royal она... Red, ну, Red это означает красный. 62-47, ну, вот эти, они как бы миниатюрные такие, более маленькие. Но, возможно, это особенность сорта, и, в принципе, может быть, они уже и готовы к цветению, а может быть, еще подрастут. Ну, вот такая вот красота. Так, здесь у нас цимбидиумы, катасетумы и что-то... В общем, экзотика. Экзотика, да. Экзотика. От этого фермера она всегда приходит с открытой корневой. Там мы на 47-м закончили, 48-й, 49-й мы сняли с продажи, потому что они довольно-таки дорогие, но вот как бы состояние-то, может, и неплохое, но... Ну, это для ценителей, кто знает, да, да, как они все растут, это меня же морковки пока пугает получается, их вид, да? 48-го и 49-го, поэтому я их с продажи снимаю. Но если кто-то хочет, по себестоимости отдам, но сразу говорю, что отправляться они будут с открытой корневой. Ну и вот, 49-е, это тоже катасетумы. То есть я их буду здесь пересаживать. Для ценителей, да. А вот те, которые будут стоять на продаже, сейчас находим 50-й номер. Назад. 50-й, это вот такой вот катасетум. Прям темный, красивый такой. Угу, красота. Ну вот. Тоже в газетке. Но это мы сегодня все будем поливать. 51-й. Ой, какой необычный, еще с яркой внутри такой губкой. Вот, видите, как они присылают? Это кокос, то есть кокосики. Чтобы не боялись, вот черное, да, там, чтобы вот он уже даже цвел. Ну, это чешуйка просто. Ну, это кто знает, да, тот, это вот тот прям поймет. Для ценителей. Да. Кто знает, тот поймет. Кто дружит с ними, кто знает. Так, там 51-й был, нам 52-й. Да. А, вот. 52-й. О, ну здесь уже прям, ну, такие здесь, жирненькие, да. Ну, Джумбо Пафф, он сам по себе, этот катасетум, он крупный. То есть они еще больше будут расти, намного больше. Да, такие морковочки в кокосике. Это зеленая морковка Джумбо Пафф. Так, 52-й. 53-й цимбидиумы тоже пришли вот так вот. Но это мини-цимбики. Не будут огромные. Да, то есть это тоже для ценителей. Но цимбидиумы мы тоже будем пересаживать. А мы по-любому их пересадим, потому что, ну... Ухаживать неудобно. Вот, да. С открытой корневой у нас проблематично. В общем, надо приезжать, помогать пересаживать. Это да. 54. Ребят, ну, значит, здесь написано катасетум Ченс Руби.
Но это цимбидиум. То есть, возможно, какая-то опечатка фермерам была сделана, но это не катацетум, это цимбидиум. Тоже вот видите, как они нам присылают? То есть открытая корневая. Но я знаю, что люди-ценители, они всегда заказывают с открытой корневой. Знают, что это такое. Ну вот, видишь, какой-то там поменьше корней, какой-то побольше. А Golden Elf – это зеленый цимбидиум. Хотя они пишут катацетум, но это цимбидиум. 62-55. Так, 56-й. Это 54-го? А мы 54-й показали? Да. А, вот они, да, все, они одинаковые. Давай искать. А, вот он, 56-й. Здесь... Ну, эти хорошенькие прям. Ну, это да. И здесь главное, это катацентрум Pink Angel. Кстати, очень интересный, красивый. Я себе его возьму. Вот такие тут ящики хорошенькие лежат. Да, ну, это тоже вот, по видишь, чуть-чуть, это да? адаптация. Сейчас мы ждем, пока листики сами поотпадают. Мы их даже не трогаем. Вот видишь, тяну, не снимается. Все, я не трогаю, чтобы не травмировать растения. Ну и сорт, который у меня в группах везде его полюбили. А дорогие девочки, специально на канале Ирины Давтян. Ну, я не могу этого сказать, как они его прозвали, но когда ты увидишь фотографию цветения этого растения... Я специально вставлю для всех. Первое, что тебе придет на ум, именно так они и назвали это растение. Тоже с открытой корневой пришла. Вставлю фотографию. Они тоже пишут катацетум, но это бульбофилумы мы видим, да? Браун Хевен. Да, ну, какой номер у него? 62-57. Фотографию вставлю. Где-то меньше, где-то больше, где-то там прям вообще слоны. Ну на что? Все. Красота. По вантам, по этим все, да. А, то есть уточнять надо будет цену. Где-то какие-то вот из этих будут уценены не по причине какого-то плохого состояния, а по причине того, что... Ну вот мы вам показывали, да, там будет прям написано оценка, вы качество увидели. А какие-то также пойдут, оценка не пойдет по промокоду, однозначно, и как бы ты ни просила бы, но оценка это заниженная стоимость растения. То есть ну я и просила его, только на ванды. Да, это его себестоимость без учета доставки до России. То есть вот так люди. Ну как бы будете смотреть, какие-то будут по промокоду, там все написано. Да. Пришла, разорил. Кстати, еще очень много фаленопсисов, посмотрите. Пока еще есть, что заказывать с 20% скидки. Скидка действует весь август. Закончится она 31-го, да? Включительно. Заканчивается 31-го. Она... Все, 1 сентября заказы, которые поступят, они подают, все. Не попадают. Все, поэтому еще есть время заказать фаленопсисы и ванды с 20% скидкой. В момент покажем, пока девочки ушли. День собирается в районе 200 посылок. 200 посылок. Отправляем. Да, здесь. Сегодня вот сейчас... Ой, аккуратно. Счета выставляют всем. Вот просушки ваши под вентилятором стоят, сушатся. Какие-то с цветоносами, без цветоносов. Что-то, допустим, в таком варианте, которое уже отсюло, да? Девочки будут обстригать это, потому что смысла ну, нет, да, говорить на коробке. Одно дело вот такое, да, другое дело, когда уже... Ну, вот как-то... Красота.